Стой! Спасибо! У меня игра аж вылетела! На тебе, гад летающий! А пока сбитый самолет ремонтируется, давайте поговорим о прекрасном. О Raid Shadow Legends. Игра произвела настоящий фурор среди мобильных игр. Всего за каких-то 3 месяца она покорила сердца 10 миллионов игроков по всему миру. Игра сразу же цепляет потрясающей графикой и невероятной детализацией. Просто взгляните на эти красоты и на этих чемпионов, которых в игре около 400. И собрать их всех в свою коллекцию — задачка только для самых крутых геймеров. И все это облачено в увлекательность. Сюжет, PvP-битвы и походы в подземелье за легендарными сокровищами. Каждый здесь найдет что-то для себя. Также считает более 200 тысяч опробовавших игру и оставивших весьма положительные отзывы. Разумеется, рейд полностью бесплатен, а программа поощрения новых игроков будет щедро награждать пользователей первые 90 дней. Не тяни, заглядывай в описание к этому видео и качай рейд по моей ссылке и получи 50 тысяч серебра и эпического чемпиона. Что будем делать с ним? О! А, перерез делаешь? Ты представляешь, что тебя ждет? Сейчас мой друг рестнется вот этот вот на мне. И будет тебя... Каким образом? Да достали вы... Да достали вы со своими ПП-минами! Они все здесь заминировали, козлы! Охерач! Элитный боец! Че, можешь залезть в пушку вот в эту? В смысле залезть? Лебяшка, залезь в эту пушку. И постреляйте из нее. О, стрельни. Такие смешные. Сбрасываются. Откуда вы идете, блин? Орки бесконечной толпой прыгают. Увы, чувак, ты откуда прилетел? Вот сюда должна упасть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 13. Зарезал. Дальше взорвать. А что, здесь танковый пулемет не стоит? Что ли? Вы видали этот киллстрик? Долетался? О, я сейчас долетаюсь походу, блин! А! Сука! Ну поехали. Я бы, конечно, перейди. Я на месте стою? Ты сел в эту? Поедь, а, пожалуйста, уже. Ты едешь? Да. Земля, остановись, я сойду. Чувак, тебе норм вот так лежать? 10 секунд назад нам было нужно. О, самолет попал под эту раздачу, интересно, вот этот, который пролетал. Да, ребят, как вы думаете, эта фау зацепила самолет или же нет? Оставляйте свои догадки и предположения в комментариях. Поднимать будет кто его? Еще кто хочет поднять?
подружку свою. Кто следующий? Дубль 2. Это у всех так интересно. Я абсолютный левша. Ты застрял, что ли? А где? Ты под водой ходишь, там гуляешь. Я сейчас умру. В смысле, сплыви? Да не могу. Он не может, он не сплывет. Кого? Сдох! Долутался! А мне не видишь, что ли? Или че, вот он? Ну, лежит, я ж грубо пустил. Давай, кидаем. Давай, мол. Нет, горит еще. Но горит, горит. Все, закончили. Вот он живой. Режьте его. Нет, подожди, не... Все. У тебя как? Не, у меня все нормально. У тебя что-то. Уга. Если мимо. Все, один из там. На вам, гадам, всем тут. И тебе, гад. Хрен вы меня возьмете просто так. На, и тебе, гад. Чувак, постой. Ай-яй-яй. Не надо стрелять в меня, я есть чувак, а он... Привет. На! И мне привет. О, нормально умирает элитный новый солдат. Я тоже хочу такую смерть. Я тебя видел по карте, ты сидел наверху. Или ты еще выше сидишь? Че, ты меня даже решил не замечать, что ли? Ой, какие текстуры, смотрите. Ой, какие текстуры. Здрасте. Не трогай его! Трогай его! Это мой! Это мой зайчик! Иди сюда, попрыгайчик! Привет! Кто убил моего кемперёнка? Именно в меня в корове попали. В саму корову не попали, а в меня попали со смола. Суки! Да замечательно. Просто фантастический. Я 2 секунды прожил в вертолете, как резнулся от него. Что здесь столб поставил? Не было никогда столпа здесь сзади. Вы что творите? Замечательно, в своего попал. Как я люблю. Я там 2 задавил. Не надо, нет. Пожалуйста, не надо. Не успел меня убить, чувак. Тенденты, друзья, тут появились первые подробности режима на 100 игроков для Call of Duty Modern Warfare 2019. Я бы хотел сделать отдельное видео на эту тему с рассуждениями и аналитикой, но времени нет, так как нахожусь сейчас не дома, а в деревне, и потому ограничусь лишь коротеньким упоминанием этой темы. В общем, режим Grand War в колде — это вообще не Battle Royale, а походу прямой аналог конквеста из батлы, только на 100 человек. Карты будут большие, будут вертолеты, всевозможная техника и все в этом духе. Поэтому предлагаю обсудить в комментах эту тему, пишите свои ожидания от этого режима и заставит ли он вас перейти в колду из батлы. И да, обязательно скачивайте рейд по моей ссылке. Всем душевного фана и безумного эпика, всем пока!